Всем привет, с вами Тимон, и давненько мы не скидывали что-то дурацкое на мою машину, ведь вам нравится эта рубрика. Да, и многие пишут, что я просто издеваюсь над своей машиной, ну нет же, конечно. Я все потом восстанавливаю, так как я ее люблю, и после того, как мы последний раз скидывали арбузы, к примеру, с огромной каланчи в 40 метров, и того душераздирающего удара по ней. Я все вернул как было, восстановил стекла, салон, осталась вот эта только вмятина на стойке, ну и это дело времени. А также я восстановил заднее стекло после того удара с страусиного яйца, которое, блин, словно камень. Как оно вообще смогло пробить это стекло? Ну и короче, мы решили скинуть 50 литров нейтронской жидкости на мою машину. Да, она пока жидковата, но мы сейчас приведем ее в нормальное состояние и добавим крахмала. Так, о, вроде бы неплохо получилось, она стала упругой. Кто не в курсе, столько нейтронской жидкости мне досталось после эксперимента с отбойным молотком. Я сам в шоке, почему-то до острого жала не смогло ее пробить. Нейтронская жидкость сопротивлялась и словно растягивалась как резина. Да, видосик был прикольный. Посмотрите, кто не видел, мы там даже строительным миксером ее замешали. Да, и ребята, многие из вас спрашивают, когда день рождения у Тимки. Это секрет, но скоро выйдет видео на эту тему, где мы все расскажем. И я как раз подбираю ему подарочек из Китая. Мне рассказали, что дешевле всего покупать через приложение Pandao. У них самые дешевые цены и огромнейший выбор, и как раз распродажа 9 февраля. И я это уже заметил. К примеру, вот этот прикольный светящийся брелок для ошейника стоит аж в 3 раза дешевле, чем на AliExpress. Думаю, я себе прикуплю подарочки для Тимки как раз через Pandao и себе что-то для экспериментов. А учитывая, что у них дарят кучу баллов за все, за покупки, за регистрацию, за то, что привел друга, а потом на эти баллы можно просто покупать товары, круто же. Если вы скачаете приложение Pandao по ссылке в описании, то получите уже 200 баллов в подарок, а еще по промокоду YOTIMON ты получишь еще плюс 200 баллов. Кроме того, 9 февраля мега распродажа, все дико дешево. Заходите в приложение 9 числа, и вас ждет еще один сюрприз. Ну и вы все в курсе, что одно из свойств нейтронской жидкости становится твердой из жидкого состояния. И для этого нужно всего лишь сопротивление, удары или столкновение. И по идее, если скинуть ее на мою машину, она превратится в камень. Я, конечно, пока еще не знаю, какие она может разрушения принести. Ну и как сделать, чтобы она выпала одним куском. Ну, я буду пробовать. Короче, как всегда, мы приехали на наш любимый полигон на стоянке и хотим скинуть этот огромный тазик нейтронской жидкости. Как всегда, жмякайте справа на голосовалку и угадывайте, сможет ли 50 литров нейтронской жидкости принести повреждения моей машине. Или она просто выльется там, ну, словно как вода. Лично я пока еще не знаю, но немного опасаюсь за это. Так, фух, вроде мы готовы. Давайте начинать. Скидываем. Это жесть, да. Конечно, блин, мы не учли, что нереально нейтронской жидкости вылиться одним куском, ну и то, что падало, оно было по килограмм 5, а то и больше.
Ну и как вы видите, спасает то, что вся сила удара не приходилась на машину сразу. Нейтронская жидкость становилась твердой лишь на мгновение, а потом она опять превращалась в жидкость. Ну смотрите, она стекает словно вода. Она не смогла причинить больших каких-то повреждений, ну кроме этой вмятины на крыше. Ну и это решается за пару секунд, просто выгнуть ногой и все. Да, но зато, блин, как мне теперь доехать домой с этим всем? И что мне объяснить полицейским по ходу движения? Я же буду теперь, я не знаю, привлекать внимание с этой всей жижей. Что мне сказать им? Это голуби накакали или как? Да, короче, ребята, жду поддержки от вас. И лайк, конечно, меня не спасет, но хоть будет немного приятно. Как всегда, если наберется много лайков, я продолжу эту рубрику даже ценой своей машины. Хоть мне это и нелегко. Подписывайтесь на канал. И на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.